Евангелие от Марка. Продолжение слушайте на наших волнах завтра примерно в это же время. Сообщить вам текущее расписание наших передач. Радиостанцию КНЛС, вещающую из Индийского океана на русском языке, можно слушать 2 раза в день. С 18 до 19 часов по UTC на частоте 11885 кГц в диапазоне 25 метров. И с 19 до 20 часов на частоте 9690 кГц в диапазоне 31 метра. Повторяю, время и частоты наших передач. Слушайте наше вещание на русском языке из Индийского океана с 18 до 19 часов по UTC на частоте 11885 кГц в диапазоне 25 метров. И с 19 до 20 часов по UTC на частоте 9690 кГц в диапазоне 31 метра. Если вы хотите получить расписание наших передач, включающее время и частоты трансляции на китайском, английском, арабском, испанском, португальском языках, то пишите нам по любому из следующих 2 адресов. Станция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556 США или Россия, 191028, Санкт-Петербург, абонентский ящик номер 47. Время и частоты трансляции, а также другую информацию о нашей станции, вы можете узнать и из нашей интернет-страницы по адресу knls.net. Дорогие друзья, на этом радиостанция «Новая жизнь» КНЛС завершает сегодняшнее вещание на русском языке из Индийского океана. Надеемся, вы станете регулярными слушателями наших передач. Если у вас есть критические замечания, предложения по улучшению работы станции, то пишите нам либо обычным письмом на адрес в Аляске Anchor Point, Аляска, 99556 США, либо на адрес электронной почты questions@knls.net. Повторяю адреса: Anchor Point, Аляска, 99556 США, либо на адрес электронной почты questions@knls.net. Также, если вы хотите получить карточку подтверждения прослушивания наших программ, пишите по тем же адресам. Всего вам самого доброго. Да хранит вас Господь. Yeah.
радиослушатели, передача радиостанции КНЛС подошла к концу. Мы надеемся, что вам понравилась наша программа. Если вы хотите получить расписание передач, пишите по любому из следующих двух адресов. Радиостанция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556, США, или Россия, Санкт-Петербург, 191-187, абонентский ящик номер 47. Повторяю адреса. Радиостанция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556, США, или Россия, Санкт-Петербург, 191-187, абонентский ящик номер 47. До новых встреч в эфире. Да хранит вас Бог.